Уважаемые телезрители, телеканал АТВ представляет прогноз погоды на 7 апреля. Я Олег Шигнанов, ваш ведущий погоды. Всем здравствуйте. Партнеры программы – клининговая компания «Дворецкий». Сделают вашу жизнь чище и уютнее. Узнай, что значит чистота. Весеннее обострение скидок. 20% только на автомойке «Жигули». Смойте грязь городских джунглей. Друзья автомобилисты, у меня для вас опупенная новость. В автомойке «Жигули» скидка 20% на все услуги. Звоните, приезжайте, мы вас ждем. Автомойка «Жигули» на Толстого 23. Воспользуйтесь нашим большим опытом в чистке мебели и ковров. Удалим грязь и запахи на 98% за 2 часа с помощью профессиональной химии производства США и итальянского оборудования Santoema. Мы гарантируем качество нашей работы. Клининговая компания «Дворецкий». Телефон 560-500. По республике сохранится неустойчивая ветреная погода. Местами небольшие по северному Прибайкалью умеренные осадки в виде мокрого снега и снега. Ветер северо-западный 6-11. В отдельных районах порывы до 20 метров в секунду. Температура воздуха по северным районам ночью минус 2, 8 местами до минус 16. Днем от 0 до плюс 5 местами до 8. По центральным районам ночью минус 1,6, днем плюс 3,8. По южным районам ночью минус 1,6, местами по юго-западу до минус 15, днем плюс 3,8, местами до плюс 12. В столице Бурятии возможен небольшой мокрый снег. Ветер северо-запада 6,11, днем порывы до 14 метров в секунду. Минимальная температура ночью минус 1,3, максимальная днем плюс 4,6. Атмосферное давление ночью будет расти до 720 миллиметров. Климат в Африке не всегда был таким теплым. На памяти человечества Нил замерзал уже дважды – в 829 году и 1010 годах. Это был прогноз погоды, с вами был Олег Шигнанов. Да, тут поневоле поверишь, что и Айболит был в Африке.